экскурсия на завод и подарок. Компания «Ниагара» реализует социальный проект «Исполним детские мечты». 500 воспитанников детских домов в письмах высказали пожелание, что хотят получить в день своего рождения. Подробности у Игоря Галактионова. Вы все знаете, что вода – это основа жизни. Без водички мы жить не можем. Как вы думаете, сколько у нас воды на всей нашей планете? На экскурсии по предприятию «Ниагара» 18 детей из реабилитационного центра Ленинского района. С удивлением узнают, что 2/3 поверхности земли занимает вода, а тело человека состоит из нее на 75%. Поэтому важно постоянно пить чистую воду. Детям рассказывают, как она добывается из скважины на глубине 75 метров, показывают линии разлива. А они следят, как по конвейеру одна за другой проходят 19-литровые емкости с водой. Перед экскурсией подростков попросили написать письма. А что они хотят получить на свой день рождения? Скейтборд. Скейтборд? А зачем он тебе нужен? Кататься. Плеер. Что за плеер? Что ты с ним будешь делать? Музыку слушать. Вертолет на пульте управления. А какой он из себя и что он делает? Не знаю, ну такой, чтобы летал вертолет, классный. Телефоны, плееры, игрушки, косметика и даже чайник. Для выпускника детского дома. Компания «Ниагара» реализует социальный проект. 500 подростков и малышей получат подарки ко дню рождения. На эти цели компания потратит часть средств от продажи 19-литровых бутылей воды «Ниагара» и «Бежин Луг». Дети из детских домов не просто лишены родителей. Они лишены детства, простых радостей. Важно показать им доброту, проявить заботу и любовь сейчас, потому что завтра может быть уже поздно. Поэтому в 2016 году компания «Ниагара» взяла на себя обязательство исполнить мечты детей из подшефных детских домов. Помимо подарков ко дню рождения, для подшефных из детских домов проведут конкурс «Я рисую небо». Каждые 3 месяца посетители сайта «Ниагары» будут выбирать 3 победителей, которые получат ценные призы. Игорь Галактионов, Антон Захаревич, ОТВ.